что делать, септик или выгребную яму? Ну, в принципе, здесь, опять же, выбор за вами, потому что, так скажем, все это финансово затратно и с той, и с той стороны. По предыдущим вопросам я вам давал, так сказать, расклад по с финансовой стороны между септиком с биоочисткой и обычной выгребной ямой. Ну, здесь что можно добавить, просто имеется в виду уже септик без биоочистки. Выгребная яма – это просто обычная емкость, которая при наполнении выкачивается уже машиной и увозится. А септик – это двухсекционная выгребная яма, про которую я говорил, где идет наполнение, твердые фекалии и все осадки остаются внизу, очищенные без взвесей, либо с мелкими, проходят уже в поле фильтрации, инфильтратор так называемый, где опять же через слой щебенки, слой песка уже фильтруется и очищенная вода уходит в грунт. То есть часть воды можно и периодически можно тогда вот вызывать вот эту машину, чтобы забрать вот эти вот отходы. Они накапливаться будут менее быстрее, чем просто-напросто выгребная яма. Вот и вся разница, естественно, выгоднее всего получится вам септик. По финансовым затратам они первоначально больше, но потом за счет экономии вот этой вот машины у вас будет идти меньше вызовов.